К новому учебному году на кафедре «Цифровая экономика и информационные технологии ЮРГУ» при поддержке вуза состоялось открытие коворкинг-центра. Новое пространство нацелено на развитие творческого потенциала студентов, получение ими дополнительных компетенций, навыков командной и проектной работы, что крайне необходимо для подготовки IT-специалистов и привлечения высокобальников в вуз. Значение для ЮРГУ имеет, я считаю, что вообще колоссальное. Почему? Потому что перед ЮРГУ стоят такие задачи, как привлечение высокобальников, талантливой молодежи, а молодежь, понятно, что хочет, приходя в вуз, видеть современные форматы обучения, хочет общаться не только с преподавателями, но и с представителями реального сектора экономики, и вот в рамках таких пространств как раз это можно делать. Коворкинг-центр предназначен для проведения хакатонов, мастер-классов от представителей реального сектора экономики, онлайн-конференций и семинаров, круглых столов, дискуссий, а также проведения командных и индивидуальных деловых игр. Идея, которая была в голове изначально у нас, и у студентов, и у кафедры, она, мне кажется, реализовалась более как-то масштабно и интересно. Я думаю, что студенты будут благодарны за такую возможность здесь находиться, работать. Обещаем здесь кофе и машину поставить. Также центр имеет доступ к универсальной сети интернет, камеру, поворачивающуюся на 360 градусов с объемным звуком, трансформируемую мебель и другие новшества.